Всем привет, ребята! С вами я, Арбузик, или же пока мой канал называется, Подсолнух. И сегодня я решил пройти Soul Knight, а если точнее, то попробовать, с новой способностью на робота. Ребят, я думаю, вам будет очень громко, поэтому я сделаю его немножко потише. Так, вначале мне нужен... Ага, его нельзя сделать. Wizard Staff я бы сделал, но... Чуть не хочется. Spike Knives нет. Почему все, что мне нужно, я не могу сделать? Ладно, хорошо, тогда сделаем что-нибудь обычное. А, не знаю. Я бы, наверное, сделал странно на самом деле, но одновременно и нет. Ну, ладно, давайте уж это сделаем. Хотя бы что-то. И, в общем-то, о какой способности я говорю? Я говорю вот об этой. То есть о дронах. И сегодня я попробую пройти игру. А, кстати, смотрите, виола, цвет, гемы. И вот это. Так, ребята, я поставлю гемы. Вот так вот. И, наверное, Iron Wood. Дальше, смотрите-ка, надо воды. Нужно их немножечко полить, удобрить, чтобы они побыстрее выросли. И я, ребята, еще один гасипон открою, и мне дали виолу. Что мне начало сегодня с виолы вести, если вы не поняли, потому что у меня с виолы очень много. Ну, не очень много, но раньше у меня вообще их не было, и вдруг они вот так вот появились, я не знаю почему. Игра-то, может быть, сказала, типа, ну, тебе пора получить виолу. Либо я не знаю. Давайте дроны. Эх, жалко, что это баг пофиксили. Стоп, а тут его. И тут его пофиксили. Нет, за что? Бля, как я давно не играл в Soul Knight. На самом деле нет, я его сегодня в него играл. Нет, тренировался. Поиграть за робота. Так. Бля, монстр, мне не нужен этот глупый монстр. Он ничего такого не делает особо. Так, выступаем. Ангард. Так. Хоба, 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 хоба. Готово. Дальше, как, что там у нас? О, Snow Fox L нет, я не буду ее брать. У меня есть чуть-чуть получше штука. Так, сейчас вариант. Либо увеличить пэтов, вот, либо увеличить хит, или... Я возьму вот это. Ребят, вы, наверное, меня спросите, зачем, потому что у меня же их нету ближнего боя. А, потому что мне обычно очень как-то везет на ближний бой, поэтому я и беру всегда все, что связано с ближним боем. Ну, значит, если стараюсь, а если нет, то... Беру то, что есть. Вот так вот. Так, надеюсь, что это будет ближний бой сейчас. Нет, ты не ближний бой. А ты? А это Desert Eagle. Слушайте, это сложный вопрос. Я лучше возьму мою распылялочку. Поехали. В общем, не нашли мы. Ребята... А, и да, кстати, ребята, сейчас я еще, помимо того, что я пытаюсь вообще пройти игру, я пытаюсь пройти игру, чтобы не получить ни одного урона. Поэтому я беру, поэтому смотрите, если у меня хп хотя бы на одну сбавится, то я просто я хочу пройти одну, как вам сказать, испытание, челлендж, чтобы получить специальный скин на робота. Оставайтесь с нами, или как там его звали, я не помню точно. Поэтому я хочу его получить. И не надо спрашивать, почему у меня этот какого ну, по-английски я все тут поставил, потому что я вам сейчас на это прям сейчас отвечу. Потому что я пытаюсь получше разбираться в английском. И некоторые вещи я не знаю их названия. Поэтому я беру просто и на английском вот тут вот смотрю. Ну, то есть Dormant Bubble Machine. То есть вот так, ну, Dormant я точно не знаю, я скоро буду переводить. О, ребята, я, кажется, понял, на что это намек.
Это намек на то, что нам может попасться специальный краб, точнее, денежный краб-гигант. Давайте, у меня дроны. Поехали. На, ребята, получайте. Ой! Если, ребят, вы что-то услышали, то не обращайте внимания. Это у меня коты. Да. Ну, я думаю, вы понимаете, ребят, извините за долгое отсутствие. Говорил бы не, ну, долго, а получилось вот так вот. Меня простите, просто мне было лень. Да и аппаратура. Короче, все, что мне нужно было, сейчас у меня есть, и я думаю, я буду пытаться почаще снимать видео. И нет, ребят, мы уже с вами не прошли челлендж, но давайте хотя бы попробуем пройти игру. Это, конечно, будет очень сложно. Наверное, я за робота еще не проходил игру, и я хочу сразу вот это. Так, Increasing Arbor, короче, хорошая штука. Приступаем. Хобба, 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 хобба. Сразу. Лед. Попал, попал, попал. Лед. Все. Готово. Идемте, идемте, идемте. Надеюсь, ближний бой. И что у нас? Ninja Stars Plus и Assault Rocket. Я возьму лучший Ninja Stars Plus. Они, по-моему, получше. Мне так кажется, по крайней мере. Поехали. Хоба. Пойдемте. Что там у нас наверху? Надеюсь, что там ближний бой. А, ну понятно. Ну, тебя я буду брать, потому что, ребят, мне он очень нравится. Это, по-моему, самый полезный для меня вот из этих вот ребят. Всех. Портал. Что ж, ребята, надеюсь, нам попадется кристальный, а точнее, тут денежный гигант, потому что я его еще никогда не проходил. В смысле, что я его встречал, но еще ни разу не проходил. Однако я пытался, и прямо как только я его прошел, ну, вы понимаете, что произошло. А, печалька тогда была. Тут нет ничего, ну ладно. Мне нужно больше денег зарабатывать, чтобы купить священницу и показать вам одну секретные штучки. Ну, точнее, одни секретные штучки. Надеюсь, что я успею и что обновление не пройдет. И, а если даже пройдет, то надеюсь хотя бы, что эти штуки останутся. Потому что они прикольные, и я надеюсь, что... Я думаю, вы уже, наверное, знаете, зачем, о какой штучке я хочу вам рассказать. Это не баги, а вещи, которые можно получить в комнате разработчика. Если, ребята, вы хотите это побыстрее узнать, то можете заходить на канал. Не на мой, конечно же, а на любой другой. И потому что это будет наверняка не скоро. Поэтому я и говорю, что не на мой, потому что на моем вряд ли это скоро выйдет. Может быть, это будет совсем не скоро, это точно. И, ребята, теперь уже босяры, и надеюсь, что нам выпадет он. Ну, пожалуйста. Давайте, ребята, ставьте лайк, если вы хотите, чтобы нам попался кто-нибудь крутой. То есть, краб... Нет, ребята, кто-то из вас лайк не поставил. Ребята, почему вы лайки не ставите? Лайки? Лайк и подписка, это крутость в Soul Knight, понятно? И вообще во всех играх, и вообще это очень круто. Так... Коты, хватит. А, нет, нет, нужно быть очень сильным, нет, 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 нет. Я крутой, так что я спрячусь. Ну, я ненавижу вот эти штуки. Видите, нужно убирать, вот, нужно убирать. Вот так вот. А вот этих дронов никак уже не убрать, к сожалению. Что, кстати, мне очень мешает. Одно хп, понятно. Что, ребят, вы видели? Я даже не увидел, как я умер. Ладно, ребят, возрождаемся, потому что я хочу пройти игру. Очень сильно. Оба, все. Айронстоун и что там? Да, то, что я и хотел. Вот больше удар и наш друган. Так, если нам попадется огненный биом, то я хочу все-таки взять огонь. О, да, скелетоны. Я надеюсь, нам попадется привидение или великий маг. Ну, лучше великий маг, у него посох обалденный. Мне он очень нравится.
Хоба. Давайте, ребята, не убивайте его пока что вы там. Давайте. Идем дальше. Так, сложные выборы. Нет, совсем не сложные. Так, денежки мы уже заработали, это круто. И я надеюсь, что мы с вами сможем сегодня пройти игру. Это очень важно. И это важно для меня, потому что я хочу посмотреть, как хорошо я играю за робота, да. Потому что я вот не знаю, его прокачивать или, может быть, кого-то другого. Это для меня такой вопросик. Я не знаю. Поэтому я и играю за робота. Если мы пойдем в игру, то я буду его прокачивать. Ну, а, наверное, может быть, после или до того, как у меня появится священница. Так, это нам не нужно. Ну, в общем, давайте играть. На, тут со скелетами. Очень прикольно. А, да, ребят, напишите в комментариях, хотите, чтобы я заснял видео с моим другом вместе, как мы играем. И если вы хотите, то пишите об этом в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь. И это еще не конец, ребята. Мы еще с вами это видео не заканчиваем. Мы пытаемся пройти этот, можно сказать, игру, или же мир. Потому что это очень... Нам важно с вами. Лазерная терапия. Она лучше, и поэтому я возьму вместо этих штук, потому что мне хочется больше лазерную терапию взять. Она звук прикольно издает. Так, ребят, я вот так вот сделаю. Ой, что это перевернулось, не знаю почему. Ладно, давайте уж начнем. Давайте вот так вот. Хоба. Это, ребят, если будет много, допустим, я буду использовать вот это. Давайте, ребята, дроны, молодцы. На, турелька. Идем вниже. Все ниже и ниже. Паладин. Он нам особо так не нужен. И Хиви Хантер Фокс. Это очень обалденная штука. Мне она нравится, и я ее беру. Вместо лазерной терапии. Потому что, по-моему, она прикольнее, чем лазерная терапия. Короче, есть много чего прикольного в этом мире. И я надеюсь, что мы с вами не умрем. Потому что это будет фейл из фейлов. Так, получай. Вот с этим мне лучше научиться вот так вот сражаться побольше. Вот так вот. Надеюсь, что, ребята, мне попадутся не инопланетяне, а наши любимые, а если точнее наш любимый биом. То есть огненный. Или же точнее пустыня. Только какая-то она лавовая. Так что начнем. Начинаем. На, ребята, все получайте. На, вы плохие монстры. Получите. Получи. О, как эпично. Свой своего же. Ай, паук. Я люблю пауков, но эта игра заставляет меня их убивать. Ай. А они меня пытаются убить за это. Так, эльф мне не нужен. А, ребята, интересно, как вы знаете о баге таком? Может быть, это и не баг? Ой. Так, вдруг я тебя убью по-быстренькому. О таком интересном баге под названием... какого? Такой пистолет, он... Да, Ground Water, как-то так он так называется. И вы наверняка знаете баг про него, что он стоит гигантских денег. 328 примерно. Я думаю, вы наверняка об этом баге знаете, потому что он очень часто встречается. И он встречается абсолютно всегда. То есть я не видел еще ни разу, чтобы хотя бы кто-нибудь из моих друзей или я находили Ground Water, и он стоил мало. Он именно стоит 328. Поэтому, ребята, мне просто интересно, может быть, есть какие-то задания с Ground Water очень крутые, поэтому он так дорого стоит. Я вот этого не знаю. Хоба. Вот так вот. На.
оба убирайтесь. И ты на... вот так вот их. Так, ребята, вот так вот получше я поставлю. Так. Ну, я надеюсь, мы с вами пройдем. Хоба и хоба. Вот все. Так. Хм. Берем. Хм. Так. Нити лазер. А, это вот этот, который суперский. Обалденный. Не, лучше возьму Хантера. Ребята, как вы... Давайте, ребята, вот так вот. Если вы поставите лайк, то вы крутые. А если подпишетесь, то тогда любой персонаж, которого вы хотите, будет у вас. Ну, или, по крайней мере, если вы на него заработаете. Короче, подписывайтесь. Это очень для меня важно. И ставьте лайки. Да, лайки, лайки, лайки. Хоба. 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 Ой-ой-ой-ой-ой. Осторожнее в таких ситуациях надо быть. Хоба. 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 Отстаньте. Отстань. Отстань, скелет. Воу. С одним хп, ребята, я еще живу. Подожди, когда вода... Чего ты? Броня? Зарегенит. Так. Пожалуй, если это будет робот, то это самая изишная моя победа. Нет, только не ты. Ты самый ужасный для меня друг на свете. У вас есть плохие друзья? Нет, вот самый плохой друг на свете. Он не заплатил за счет в ресторане, понятно? Поэтому он очень злой. И если у него будет канал, ставьте ему дизлайки. Он злой. Почему он такой сильный стал? Он что, подкачался? Не, ну серьезно, ребята. Он стал каким-то какой-то слишком сильный, когда я в последний раз с ним сдрался. Ай. Что он нас убивает, делает нас сильнее, как говорил один мудрец. Но я не думал, что это в буквальном смысле. Оу. Друг, полегче. Мне страшно. Если наша игра здесь закончится, это будет очень... Это будет эпик фейл. Так, дроны. Давайте, ребята. Нам нужно его побить. Тихо. Хоба. 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 На, на. На, на, на. На, вам сполна. С пылу жару. Ребят, походу мы его пройдем. Мы его походу пройдем. Кстати, ребят, вы видите, как он весь в топорах моих висит? Ай. Отойди. Отстань. На, 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 отстань, отстань. Мы его убили. Это было жестко. Надеюсь, что выпадет его меч. И за что мне такой фейл? Ладно. Ребята, выбираем, давайте тогда не скидки, а вот это. Не ревипанс там, все такое. Нет, только не это. Я отравление не взял. Ладно, хорошо. Неважно. По крайней мере, я тебе могу вот так вот всех бить и сокрушать. Так. Так, ребята, идемте. Кристальный кран. О, да-да-да-да-да-да-да. Это круто. На. Все, я его уже проиграл. Боже мой, какой я человек. А, мы его не успели убить, понятно. Хоба. Нет, ребята, мы не прошли.
Это очень жалко, ребята. И я надеюсь, что вам понравилось это видео, так что ставьте лайки, если оно вам понравилось. И я буду очень рад. Это будет круто. Да, ребята. Iron Wood. Ну, в общем-то, ребята, следующее наше видео будет про Паладина. Сразу вам скажу. Потому что я не люблю делать секреты. Хотя, ребята, знаете что? Я сейчас для вас сразу же лучше покажу, про какие вот эти штуки, ну, то есть, которые я хотел вам показать в комнате разработчика, я имел в виду. Смотрите. Пойдемте. Стоп. То есть я сейчас... Погодите. Пожалуйста, не надо только это делать. Пожалуйста, не надо, не надо, не надо. Ах вы... Меня развели! Ребята. Меня развели. Не хочет там появляться. Вот не хочет просто. Ладно, хочу галерею посмотреть, что там не выпускают. Soul Knights, Avengers of Elan. Прикольно. Так, что? Еще, может, что-то еще есть? Давайте, ребята, еще что посмотрим. О, Гранд Рицарь. Что-то такое. А, я понял, прикол. Супер котик, да-да-да, это круто. Котик это нечто. Ой, да, наши друзья. Это типа все, кто здесь есть. Ух ты. Я, кстати, некоторых отсюда даже не знаю. Вот этого, знаете, ребят, тут, как бы вам сказать, внизу с левого в угле, тут какой-то вот этот парень, я его не знаю, честно говоря. Ну, в общем, прикольно. Ну, в общем-то, ребята, если я получу тикет, то наша тема ролика будет, как получить вещи в секретной комнате. И какие, и вообще, есть ли они там. Я надеюсь, что он мне попадется. А пока что, ребята, пока.